возле санатория Димитрова находимся. Фонтанчик у них тут. Вот он, санаторий, корпус санатория Димитрова. Дальше ниже санаторий Плаза. С правой стороны санаторий Кирова. Сейчас пройдем в национальный парк. Вход в парк. Сделаю видео. Это вот лечебный корпус санатория. Мы покатаемся вниз, давай. Вот такой тут сделали вход булыжником. Такой мелкий камень выложили, дорожку. Ходить желательно только в мягкой обуви типа кроссовки, потому что немножко неровно. Смотрите, какие сосны красивые. Или ели. Пансионат Фаворит. Рядом еще тоже что-то построили. Пансионат, но пока не работает еще. Это вход в санаторий Женикидзе. Белочку вы видели. Церковь. Она без вывески, наверное, не работает еще. А вот санаторий Женикидзе. Тут много корпусов у них. Кошмар какой-то.
Все подрубили, видимо, деревья. И хорошо корпус видно. Орел тут. Вот он. Орел. Это у них тут нарзаны ванны принимают. Памятник Сергея Орджоникидзе. Хороший советский санаторий. Пещеры. И вот мы и в парке. Дорога хорошая закончилась. Видите, да? Все. Вот смотрите. У кого хорошая обувь, тренировка. Вот здесь вот можно пройти по этой дорожке. Вверх подниметесь. Я ходил, сейчас немножко по другой дороге пройду. И выйдем сразу в кафе, которое находится перед долиной роз. А то сюда давно брошенное лежит все. Здесь уже асфальт, видите, какой советский. Тоже тут надо немножко порядок наводить. Свежий воздух. Много поваленных деревьев. Не знаю. Никто этим не занимается. Я вам скажу честно. Больше пиара от курорта. Много слов, дела нет. Мэры меняются, толку нет. Вот, а мы поднимемся вот по этой дорожке. Можно по той дорожке идти, а мы пойдем по короткой. Видите, в советское время тут ступеньки даже были. Вот.
Вот смотрите, все повалено. Лес чистить надо. Это так повсеместно. Это повсеместно. Деньги выделяются, я так думаю. Вот смотрите, кругом деревья валяются. Некому убирать. Вот они, видите, сухие деревья попадали. Вот смотрите, видите, кругом деревья. Пивные банки, культура наших отдыхающих. Вот они тоже, ступеньки советские. Вот видите, какое состояние. Некому в парке заниматься наведением порядка, красоты. Вот смотрите. Наши славные дебилы посетили национальный парк. Вот они. Бутылки свинства этих уродов. Нагадили, получили удовольствие и пошли дальше. Вот прямая дорожка на долину Роз. Вот так, дорожка ведет на красное солнышко, а сюда панорама на долину Роз. Подойдем, посмотрим. А потом, если где асфальт, там крюголя надо давать. Поэтому имейте в виду. Значит, смотрите, я недавно делал видео «Долины Роз». Смотрите, я сейчас туда не пойду, я сейчас курс держу на красное солнышко. Вот мы вышли. Вот наша долина Роз. Розочка. За розочкой дальше уже розарий начинается. Кстати, розарию в этом году 50 лет. Почему-то нигде об этом не пишут.
Ровно 50 лет Розарию. Все, друзья, до новых встреч с Красного Солнышка.